Everybody! Всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта, рубрика «Уроки игры на гитаре». И посмотрим мы с вами сегодня очень-очень интересный бой, испанский бой. Самые такие зажигающие и цепляющие классные бои – это испанские бои. Сегодня мы с вами отправляемся в Испанию и посмотрим, что же там играют. Первый испанский бой на моем канале. Посмотрим, как он звучит. Таким образом примерно звучит. Пока что рука забилась, поэтому, извиняюсь, не совсем четко получилось. Посмотрим, как звучит этот бой, и посмотрим на основе такой самой распространенной испанской последовательности аккордов. Это аккорд АМ, при помощи бары на пятом ладу, без фака. Аккорд G. Аккорд F. И аккорд E. Можно брать вот этими тремя пальцами, можно вот этим. Или аккорд АМ простым способом. Аккорд G, аккорд F, аккорд E. Бой выглядит таким образом. Вниз удар, потом вниз проводим большим пальцем. После проведения большим пальцем еще вниз делаем удар указательным, подушечкой указательного пальца. Вниз, большим вниз, вверх указательным. И два раза повторяем то же самое. И ритм соблюдайте, самый главный удар это первый. Первый. И потом ногтем указательного пальца вниз, вверх еще делаем. И здесь тоже соблюдайте первый главный удар. Вниз, вверх. То есть, как выглядит целиком. По сути, ничего сложного. Просто нужно натренироваться, до автоматизма довести этот бой, и он пойдет. Вот и все. Вот сегодня только у меня еще в медленном темпе это все получалось, а под вечер взяло и ускорилось не в тему, да? Рука уже автоматически начинает играть, просто когда вы запомните все удары, как они последуют. Сначала я вот как запомнил? Я запомнил, что после двух ударов большим пальцем вниз, у меня просто потом доигрывает указательный палец ударами вниз и вверх. Поэтому медленно попробуем на всех четырех аккордах. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд G. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд F. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Итого. Аккорд Е можно сдвинуть чуть на один лад правее, и получится тоже очень интересный такой аккорд, испанский назовем. И вот этими аккордами можно исполнить эту песню. Посмотрим давайте еще раз, только с другого ракурса, как играть этот бой. Делаем удар вниз, потом подушечкой большого пальца вниз, потом делаем удар вверх. И также повторяем два раза. И каждый раз подчеркиваем первый главный удар. В конце вниз-вверх только делаем. И
если тяжело всей рукой делать, можно просто указательным пальцем делать вниз удар. В быстром темпе все равно перейдете только на палец. Главное изначально понять, что в медленном темпе это нужно играть. И, во-вторых, заучить все удары и довести до автоматизма. Благодарю, ребята, за просмотр. Призываю подписаться на Хижину Музыканта, потому что периодически я выпускаю очень интересные бои на гитаре, которые, возможно, даже и никто не рассматривает. В общем, по всем странам летаем, рассматриваем очень интересные бои, тренируем правую руку. И чтобы все это не упустить, ребята, как сказал, подписаться всего лишь нужно. Это довольно просто, нажать кнопку, это бесплатно. Я вас благодарю. С вами был Раиль. До скорых встреч. Пока. И забудь о словах, слышишь? Сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит. И мне не нужен никто, кроме тебя одной. Когда я счастлив, я так